Пикните. Где-то там, вон, видишь? А, или ты еще не тут? Я сейчас брюли переставляю. Между крестом и звездой. Со стороны креста или звезды? Я думаю, там увидишь, что место берешься. Попробую. Да, такой момент. Если лужами будет насрано между меток, вы обходите их с внешней стороны и ловите сферы там, перед лужей. Но они пропадают потом. Главное не через лужи идти. Дайте рыбу, пожалуйста. Винстон. Еще один чек. Тут друиды место сжали. Я же сказал ей в луну встать. Даю, короче, отсчет. А тут на луне три человека. Мы с луны пули. Да, это начало пула. Привет. О, хуёво, на меня джагу не... Ой, не джагу, а это не кинули. Во, эту можно вот сразу конкретнее. Блять, варчики эти танки. Так его. Бля, я забыл. Дилку, да. Зачем-то на меня её кинули. Видимо, тебе нужней. Ладно, разберитесь сами, а, пожалуйста, с этим. Эти... Наломку, пожалуйста. Спасибо. Трэш, ловим, подводим, разрушители. Бьем. Я долбоёб. Поймал фир? Ну, да. На тебе валик. Редвар, без валик. Что, я бабу успел. Бьорн, есть вэр? Рис. Давай, пока прошло удар по рейду. И баг. Блять, у меня опять ренжа забаганная в Вуду. Да. Бля, что-то не скинули. Что такое с ним начало происходить, блять? Такого раньше не было. Ладно, потом. Сука, какая база, лужа, база, блядь. Ломка. Ворон. Резай быстрее ломку. Поймай там с центра, смотри, где летит, лови. Около черепа. Ну чё вы тут вдвоем бегаете? Я-то поймал. Блядь, где? Вижу. Переходи, хули ты встал? Ой, сука. Не, это полный пиздец, это кринж. Нет, третья полетела, да? Какая лужа. Вот так. Варп, дилку кидай по ломке, не по мне, у меня тринки нет, а столько ДПС не даю. Бля, один фир словил, ёбаный в рот. Ты тому точно пишешь? Не, ну фир-то я словил в этот раз, да. Тому я сейчас про другое сейчас. Я в ром вообще ушел, если что. С такими рядом трусами. А, тип? Какой тип?
Я в курсе по поводу каста, блядь. Я просто, блядь, Я никак не типов прям в рейде потом, не то, что вижу. у него есть фир, блядь. Не забывай про это. Интересно. Это БМ-то у меня есть, блядь. Я понятно, я просто забываю постоянно, что у него фир, блядь. То, что я проебанил, то, что умер, да, это моя вина. Надо, тоже держи. Всего лишь 100? А чё мне тогда 300? Потому что у тебя вайп произошел. Так меня же заменили. Каким образом тогда вайп случился? За суматохи. Логично, логично. Короче, в следующий раз я там видел ворон, не мог его еще найти, где резнуть. Вот такая хуйня, кто там падает. С другой стороны друида, если он рядом с вами, вы даете рез сразу. Чтобы человек не, я нашел, я успел, поднял и быстренько прибежал, поймал. Ну, как-то он долго вставал. Я вот смотрел на его хп-бар. Мне как прилетело, я сразу встал. Ну, я имею в виду по РНЖ, который друид будет рядом, он сразу резает упавшего, но вот на момент перифазы, блядь. Такая хуйня опять будет сейчас происходить. И 3 БР в одно рыло. Нет, вы смотрите, один БР кто-то дал, и не спешите давать. Вы можете вокруг глазами окинуть, кто стоит, тует, блядь. А еще видно по ХП фрейму, когда БР дают, он зелененьким становится. Когда проходит каст ресса. Дайте приста и инту. Инту. Хейт. Инту бафнет. Ладно. Блять, вы угораете-то? Друид, ты стоишь в лужах, там хилишь. Нужно одну изеру камушки перекинуть на милику. Так, на всякий случай. 4, 3, 2, 1. Берегитесь. Слева. Лужи тэпнуло. А, кто там есть? Тейл рез. Пир 5 секунд. Готовьтесь. Типа. Пир. База. 2%. Долго бежит. Яростная, фиг пойми где. Нормально, БС подсейвил. Там вам поменяться местами надо или нормально все? Ладно, ловите. А, блядь.
Защиту новую ману запить. Лужу отмели. Ну, с другой стороны, посмотрите. Да. Все равно, почти под лицом. Следите за смещением, за своим фреймом. Бегайте сразу. А можно еще вывести? Фир. Если его выведу дальше из лужи, он новый начнет спавнить. С другой стороны, места лужи больше. Тихо, жду. Блядь. А, камушка. Та ее отдала. Меня варчик. Скрываем репаф. Потому что мог бегать. 4, 3, 2, 1. Не бегать, Фир. Фаза скоро. Бегает, бегает там в лужу Редвард. Ты можешь молчать? Процента.
5, 4, 3, 2, 1. Берегитесь. Ну, как и заказывали треньку. Короче, рольте, мне надо отойти 5 минут. Выходите, меняйте сложность и так далее, я кастанул ХС. Ломка, тебе на мейн или как? Давай быстрее только. Да, на мейн. А то у меня РПБшные стоят. Охуенно у тебя прием, брат. В смысле, что? 0-2-3. 0-2-3. А, ну... Знаю одну такую гильдию. Агент. Да-да-да-да. Тебе, Максим, говорить это. С трени все нормально, реально. Но балансно, на самом деле, просто ты не понимаешь. Блять, что у меня за поезд? Кстати, а такой вопрос. А вот как у вас это? Чисто для коллекции трансмажики тоже можно просто ролл? Вроде же пишешь транс. А, понял. Все. Поезд, наверное, можно было бы, наверное, взять. Mm-hmm. Там крит был. Блядь, уровень. Да, ее предельно никто почти написано. Не носит. Как мне кажется, все предельно понятно написано. А разве с РС АХМ чешка не повкуснее будет танковская? Эта триня для особых целей нужна. Ну, это понятно. А, если что, транс... Блядь. Потом у меня заберешь? Угу. Не, я в инсте еще стою. Я в себя закинул уже. А, хорошо, хорошо. Ладно, ребят, всем спасибо. Угу. Рулу, конечно. Резкая реклама. Если ворон не за ГП, то порол. Какие-то прят... Ворон, ты будешь брать за ГП? Ну, второй спек. Как там, я не знаю. Возьму, конечно. Я, блядь, спек. Спрашивал за ГП, кто-то берет? Ну, нет. Да, это нечестно. Он же спрашивал 10 раз. Угу. Ну, давай, если за ГП. Все с самого начала. Че, мне сатирусы начисают? Нет, я не буду за ГП брать. Если он за ГП будет брать, пусть берет. Я за ГП это брать не буду. Отдавать ему? Чел, ты за ГП, блядь, будешь брать или не будешь? Ну давай, ёпты, какую разницу? Отдавай ему. Дам ему. Он уже улетел, да? Короче, Велора не отдам. Какое РО еще ХМ? Пиздец, сейчас будет вообще твориться. Ага. Не, ну первые два были легкие, по сути, в ХМе, вот, блин. Сейчас трэш, блядь. Не дай бог, позбивают косты. Короче, я тебе отдам. Вот вам блядь. Вот, а там у кого-то 21, вы что, рофлите, что ли? Ну, блядь, ну давайте я тоже для
Хейт ролил на лето пиво. Кого там 69? Угу. Отбегу на пару минут. Нет, нет. Ой, чисто ради коллекции. Скайнки поприкольнее. Не, ну... Выходите из инста. Ну там Бёрн, второй парол, 98. Обычная, 280. Обычная? Да, ну, это не прото. Ладно. Вот здесь так повыёбывается. Так мы ж тебе делали 310-ю полётку, у тебя все должны быть 310-ые. У меня бронзовые. Да. Снимите ЕП, если там начисляли, будет счастливым. Я еще не начисляла. Да, Люблю. А куда еще один делся? А, это был этот байер. Ну, один байер. Ну, это собак. Спрашивал. Отдельный тип. Сидит 8. Отдельный тип. Хейтер, блядь, выходи из инста. Портал. У меня сейчас, я внутри, я сейчас выйду тоже. О, портал все нажмите, я не знаю. Ой, бля, ну, действительно, шкаф есть. Суммоните сейчас в этом под инстом. Суммоните камни, пожалуйста, я суммонусь и покурю. Потому что я это кто, ранее. Хейт? Нет. Девочка, правда. Это... Ладно, тут а кого-то суммонят, так и нужно. Спасибо, отойду 3 минуты. ПМ-ку установили, можете заходить. Что за тайна бесконечности? Песчаные часы. Как вы с дездом? Наверху. А, это начало цепочки этой. Я уже испугался. Что, трэш будем пинать? Да, давай чистить. Помоемся. А тут тоже надо вот эту касту собирать или пофигу? Не а, надо. Ну почему пинаем все, что движется? А, мы в обычном? Yeah. Я понял. А хилы тут? Че это такое? Ну я лик кинул. А можно у Варчика попросить бдилку на ломку еще раз? Спасибо. Да че ты мне скинул? У меня какой-то посреди экрана баф какой-то висит. Ёп. Да, это называется, чтобы ты не сбивал каст. Нужный. Все мешается. Двигать его надо, мне лень сейчас это делать. Но тем не... Так сделай меньше его. Там масштаб группы. Да потом подвигаю. Я тебе потом объясню, как там понатыковать. Ну что там охренеть сколько всего. И... Когда да, залез, да, да. Потерялся. Эфир и все тебя предупреждать будет. Я как Никите тебе кину.
Только одиночно для одного инста. Не знаю, вот какой-то блюдце 30 секунд, я вообще не понимаю. У меня просто все перекрывает. Какой 30 секунд, что? Тринка, может, на. А, у тебя резонанс сейчас должен был висеть. Он и до этого висел, типа, на мой. Да, да, да. Но у тебя ДБМовский висел. А этот 100% отслеживает. ДБМа может наебать спокойно. Ну, 25 секунд добавлю до какого-то каста, я не знаю. Ну вот, это ж резонанса. Вот он большой слишком. Ты сделай его меньше, чего ты. Мне пет, мудак, блин, под проживками не критует. Мне в шипы оставаться. А свечиться будем хп? Наверное. Может, второго бы убили, а потом уже свечную. А, хотя нет, смысла нет туда. Да я вот тут. Да я здесь месяца 4 уже не был. Я так. Что помню. А у нас портал есть или камнем все будет все отсюда выходить? Вообще портал есть. Шкаф ебаните. Сейчас поставлю. Вот неплохо бы поставить этот портал. Сейчас портал присумоним. Давай, портал сумоним. Можно сразу именно в шатры? Кто на рынже половит эту хуйню? Давайте, Кири, дождемся. Я тут. Чё, кто половит эту хуйню? Так, ну у нас чё по танкам? Три танка же. Вообще в идеале пиво. Берн ловил в прошлый раз. У меня в шипе. Пиво, пиво. Пиво в шипе. Блять. Трирдру. Трирдру как говна, реально. Ну тебя просто, блин. Ну там у ЦТР есть сова, например. Макс, заряди в шатры, пожалуйста. Ну, есть я сова? Я... А? Ну какая там сова? Ну я не знаю. Смотри. Вот одень просто шмот совы. Если РДД надо, я могу на свою тоже сову зайти, значит, типа. Мы хилов спекаем, а не ДДшник. А, понял. Ну так это чё-то вроде есть. 5 есть. Ой. Ладно, я уже камни. Ну это дома хотя бы там какой-то. Ну да, пока портал поставят, быстрее уже камни было. Просто 3 ярдру это тоже. Ну либо Мортерса на Ретрика и все. Просто я не знаю, он что-то хочет отсюда ролить, нет? Ну, пока с Морозонтом, не знаю, на остальных. Ну, тогда заходи пока на ретри. Ну, Морозонта нам ДПС хватит. Сумни того, как. Ты пока в шип. Вот, сумани меня. Так, по меткам. Крест, квадрат, луна — это для хилов. Защитан в квадрате. С чудненькой. Крестец и Таэль. В луне — камушка. А, погоди. Ты ж холик спекаешь. Правильно. Понял. И девочка Трабл тогда... Вот. К луну. Крест может один ДДшник мелик какой-то встать. Короче, мне в хила. Да, 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 сорян. Тогда дайте портал, потому что мне оба камня в КД. Нужен портал. Долран или в шатрат. На-на-на. Да, портал долго достается. Понимаю. Дайте сумму. Борис. Встань в трусы, пожалуйста. Здесь, спасибо. Спасибо.
Занимайте места, запоминайте по два человека. Дальний рейндж, ханты, маги. Ох, ебать, я отсюда не достаю. Сманить. А если мы вот так с тобой встанем, Варон? Поближе ко мне, нормально? Так, пиво, ты же уже бегал вроде на стреле. Чаем никому. А, он био написал, понятно. Чудненько. Он говорил, что он на стрелу типа станет. Ну, все, все, там да, выше написано. Бегал. Главное, чтобы он на рендже хилов был. Ему. Естественно, тебя оставить. А, дайте это инту еще раз. Дайте вместо кулака. А, не надо ничего все время. А зачем у тебя же? Ману, ману надо. Ману надо просто. Инту. И оттуда. Кейт, инту. Делек, кстати, масла и фласки тоже не забывают. Не знаю, он не слышит вас. Кейт, инту. Мах, инту. Блять, он опять ролит нас. Интуб. Не дает. Не, ну за такие АФК надо пизделей давать. Но он чек подтверждает при этом. Может, не в Дискорде. Так как он нахуй не в Дискорде? В Дискорде вам. Главное, еще и двигается. Интересно. Ура! Вау, блять. Ура! Он шипой. Начинаем все под боссом стоим, разбегаемся только по резонансу и назад сбегаемся. Потом. Это что? Блин. Это клифф и рез Бьорна. И ребаф. Под жопу присоситесь, там друиды, совы. Пиво, когда... пиво не забывай отходить назад, когда идет резонанс в проход. Все, после стрелы разбегаемся. Назад. Сейчас Мейден на поле. Могу дать им вторую разбежку, там будет больная она. Да, и надо будет дать сакру, купол по мелизоне куда-то, может, в левую или в правую сторону. Неровно посерединке. Я думаю, там будет полезно. Хан, блять, на пол дай. Яды диспельте, пожалуйста, пока вы стоите под боссом, можно их снимать там. Сальвы по себе дайте, ретрики. Сегодня на поле скоро пиво, смотри на каст, прожимайся. Ну сука, и стрела в нас вышел, лови пока, рез надо в пиво. Кто там свободный? Леофорд. Ром, я тут уже стою. Ворон, ворон дал. Блять, кому я говорю, смотри на каст, прожимайся нахуй. Well. Снимайте яды, блять, тут на нас дебаф ебучий. Расходимся после стрелы. Пиздец. Ой, дефендер, левее стань. Так, ЦТЛ рез и тафикса. Камушка миловидная. Ломка еще упал. Угу.
свободный БР, там горец будешь дальше. Встаю, словите, пожалуйста. Дал 300. Вы подходите назад под жопу и появляетесь в ранже там у всех. Всех видите. Либо кто с ветрами, вы видите друг друга. Скоро сгорающие. Мышка лагать начала, у меня что-то вообще пинг подскочил. Пингует как будто. У меня такое ощущение тоже, блять. Да. Ну, вроде плюс-минус норм, не сильно похвар. 100 показывает. У меня все еще есть ассист. Бегаемся после стрелы. Гимна не будет, надо, чтобы это был гимн. Да, дайте все сейвы. ШП, гимна, ХП дай. Давай-ка тучку не забудь нажать. Блять. Да, блять. Пиздос. Борец, разберись. Чё, по БРам вообще нет нихуя, да? Леофорта есть. Леофорт чудненькую. С огром аккуратнее один танк. А, шилд мейден упал. Нет, надо резать танка тогда. Второй хил. Все, камушку выкинула. Давайте определимся. Шилд мейдена для форт резни. А где он? Есть сейвы, да, сейчас. Сейчас он появится. Круче. Играющие. Все прожим. Прохил, прохил. Ну быстрее, пожалуйста. Да. Я резко. Да я понял. Я вообще не снимаю. Там. А чё по диспелам? Почему только один ворон? Ретрика не вижу в диспелах. Яда, блять. Так и лежали. Ну до этого. Не лежали. Я даже не успевал, у меня в группе сразу все снималось. А чё, только твоя группа существует? Так и соседние тоже. Да я бы не сказал. Вообще нихуя. Ну, у меня по фреймам очень быстро слетали. Я даже не успел наводиться. Ну, по крайней мере, хилбот, блядь, так показывает мне. Я только навожусь, а уже там все сдиспелено. У нас разные хилботы, видимо. Перекину с второго сека, блядь. Лево, у меня за... Это досягаемость... А какая у тебя частота обновления стоит в шкурках? Конечно же, максимально. Быстрая. Так это какая? Десятка или 0.1? Тут непонятно. У меня в Вуду 20 миллисекунд стоит минимально, можно который поставить. Там вешался дебаф, и никто не успевал каждый раз продиспелить до следующего каста. Ни сгорающего, нет, вообще нихуя. Там каждый у раз. У каждого друида есть такая замечательная кнопка, которая снимает яд, и не просто его снимает, а вешает ходку, которая его по КД снимает. Рассеивание ядов. Зеленое такое. Не помню, Богать. Как называется. А, Митягурский, что ли, еще? Аура, да, устранение яда. Нам нужна третья аура. Короче, берем юморную в рейд, я в хила. Не вторая аура, а первая нужна. Кстати, Мортлес, а тут что, бабл вообще нахуй от этой хуйни не спасает? Меня под баблом убило. Да, резонанса нет, он спасает от, типа, дотки, которая до него, чтобы у тебя фул хп на резонансе был. Как тыкните, ребят, всё манё. Я понял. Сейчас, сейчас. Работать будет, да? Нельзя применить к этой цели. Нельзя применить к этой цели. Так, божественная защита сюда.
Так, Стель, ты в кресте Юморная, была, да? Ты не слышишь? Меня туда гоня, да? Юморная. Че, АФК? Нельзя применить к этой цели. А не на БГ там случайно? А или может там дебаф? Бухта торговцев. От игрушки нет дебаф? А, ну, походу у него проходки нет. Ага, понятно. Больно. Больно. Камушка. Короче, я побуду шестым хилом, я ебал в рот. Мы берем назад камушку. Ну, я зашла, но я не знаю. Меня что-то выкидывает. Ну, вот и нормально. Первую ауру вместо ретриковской поставьте, пожалуйста. Там как физика ебет. Конкретно. Спасибо. Не, у меня после воскрешения просто автоматом становится. Сорян. Она не нужна вообще в этой игре, кроме как для фарма островов, чтобы воровать мобов. Так, так я и фармлю так. Дайте кто-нибудь стрим, пусть стрим смотрит. Ой. Уже включили. Блин, а босса вы всегда в правый угол, да, бьете? Может не перейти, я не достаю. Блин, а можешь подстроиться, пожалуйста? Так это только... Твой Defender, смотри. Я вот тут, короче, всегда стою. Найди от меня раньше. Ты постоянно в разное место становишься. Сильно лагаешь камушку? Я вот тут обычно стою. Тебя хотя бы прогружает? Сейчас как будто прогрузило. Ой, ну, Defender, тебя стумон ты не приходит или что? Нет, стумона нету, я сама бегу. Все, запомнил. Это стертая штучка по центру. Ну, типа. Почему стумона нет? Левая. Я уже тут. Меня не было. Короче, ты там же в луне. Инту. Мак инту. Да, блядь, ну не тупи по-братски, а? Опять рофлы? Бля, это было бы рофельно, если бы мы быстро это все проносили. Спасибо. Эдвар все равно отошел. Варов, мы там же стоим с тобой, да? Не спеши. Это лог говорит, да? Да, так же. Все окей. Заебись, дали чек, вон дышал, отойти охуенно. Охуенно вообще, блядь. Лучше просто, блядь. Сука, я рус с этого рейда. За это вроде КП засчитывается, я читал. Какой лог будет сейчас на боссе следующем? Сейчас еще один чек. Но он-то мотивирует. Естественно, кого кинуть на всякий случай? На всякий случай. На ломку. Эрдружки, ребятки, пальцы яды по-братски. Окей, на брат. На танка, на пиво. Ну давай на пиво, ладно. Да поздно уже. Ну ладно. Есть БР, уже почти откатился. Ну, блядь, ДД дохнул тоже, захотел. Как мухи, блядь. Пиво умирает, потому что он, блядь, ему не рассказали, не сказали. Короче. Обратный отсчет. Босса знает. Стрелы разбегаемся. Беги, малышка, беги! Я опять зависла.
Ну в чем у вас там проблема, блядь? Ну ладно, миликов дохуя еще, да? А у меня тоже зависло. Да. Это Сирус уже. Аффикс, ты завис или ты тут? Я выкинула. Че, X1 там еще упал? Прочекайте эту хуйню. Вылетел. Аффикс. Аффикс, можно какую-то эмоцию в рейд? Раз, два, три. Если нет, значит тоже вылетел. Нет, скорее всего, выкинула. Личку мне пишет в Дискорде, все, я понял. Сгорающая скоро, 5 секунд. Рейд ебет, пиздец. Вот, куда вы выбегаете, блядь? Товарищи, ну. Бьорн, резкий. Что? А, понял, это вылетел, все. Надо будет сейвы дать под эту разбежку после этой стрелы. Каст резонанса. Гимн на хп дашь, лорде. Хейт, сбрось по возможности. Ну, пиздец. Умирающий маг. Стоэль, отдавай БР Мортреса. Ворон, отдавай БР Кейта. То еще есть Леофорд в яростный. Встанет теребаф. Леофорд весный. Теребаф. Сейвы нажали. Так, под резонанс доты вроде не будет. После стрелы разбежка. Яды прям тайминг под разбежечку появляются, хорошо. Я ничего не нажимаю, забери просто меня, пожалуйста. Вар Рэнш не нашелся сейчас, да? Босс запакался. Паральная буня. Занат. Резонанс. Хиливаем, да хиливаем.
А может тоже будет БР внести, или нет, что-то он долго лежит. Что там выпало-то? Хуй с ним. Шляпа. Большая? Пояс. Не пода, а минус 4 еще, минус 5. Минус 6, блядь. Если что, на этот, на трансмут... А, там забирают. Чё, X1 падал там, да? Я забыл перчаточку забрать или что-то я выиграл. Что? Я в обычке что-то там выигрывал. Я забыл забрать. В обычке был группу. Mm-hmm. Не, на ласте. А ласт это не обычка? Короче, за лутом вы сами должны засунуться. Надо, девочки, забыли. Порты. Ну и чё, сейчас опять лагающий вылетающий будет. К чему готовиться? Не знаю, я VPN подрубил. Может, силу не выйти. Как будто мы в этом виноваты. Да я же ничего не говорю вам конкретно. Знаешь, что вы не виноваты. Пробуйте через DDoS эту точку зайти. Выкидывай через любую точку. А я и так через нее сижу. Я через VPN играю, страну уже поменяла. Раньше на Франции нормально было. Сейчас США включила. Не знаю. Ты ближайшие страны там. КРБ, вот такие вот. Да это бесплатный VPN, там таких нету. А, сейчас я тебе скажу, какая нормальная будет. Германия ближайшая, по идее. Ну да, 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 вот Германия. А это ж пиратка, типа, в Германии. И что? Ты VPN-ом пользуешься? Ну, можно попробовать. Лично ж они себе не блочат вход. Ну, VPN-чики. О, рыба. Ты не умирал или падал? Вот Хейт, объясни. Ты, блядь, умираешь все время от двух резонансов, вот эти все пулы. Тебе сложно место сзади найти? С блинком, блядь. Почему я хилом, не нажимая даже раз свой блинк ни разу на разбежку, нахуй? В звезде там один выживал. Ты сзади не мог все раньше найти? Инту, ну, дай. Сейчас зайду. Ладно, там милики умирают, их до кучи, они вон в РДД пати накинуты. Ну я говорил, ханты, маги, задний рендж, блядь. У нас миликов до жопы, ты сам этого не видишь, блядь, ты в метку там становишься. Ну я тебя понял, короче. Интеллект, дай. Ты перестань тупить, дай интеллект. Ну ты сам видишь, там кто-то есть, ты, блядь, маг. С максимальной мобильностью. Уеби назад, нахуй. Нажми там свои щиты, маны, прочую поебню. И выживи. Глыба, ты при этом еще и убиваешь других людей своим похуизмом. Так, я с Шилдмейденом на основном, пиво и Бьорн на втором. Сами там решите, кто из вас начнет. Короче, тут все то же самое, что и в обычке, только мы двигаемся РДД всем кемпом с хилами. Милики выносят пак темпоральный. Всегда. Тут будет только одна копия. Одна, он переместится слева, будет он в камнях. Другая сзади в камнях, справа. Заметка. РДД, соответственно, сзади сразу свечу. Милики бьют. Так, чё, мне тут... Интеллект, опять... дай на магию. Спасибо. Камушка, чё по ощущениям? Будешь вылетать или мне спекаться в ДД? Кинул он меня, спекаться. Ну, вылетает так пачка людей просто, то есть...
Фу, поймешь, лучше, наверное, в ДД мне будет. Еще. Бля, я все это время с тотемом на хосту хотела. Кринж. Так, пока я не забыл, темпоральный выносим в РДД мильки, да? Ну тут, кстати, тотем на хосту на втором зайти сейчас. Ну тут-то да, заебись, я его на втором и поменяла. Только в обычке. Да, в РДД. Ага, спасибо. За пивом АФК, блядь. Нормально. Что он тебе сделал? Каких 3 часа еще двух не прошло. Реально, ну, почти. Ты вылетела?